Хочешь прийти поиграть? Сегодня отличный день. Микки ждет. Здесь столько интересного для тебя и меня. И не забывай, что у песика Микки есть новое место для игр. Песик Микки каждый день находит новых друзей. Песик Микки ждет тебя в гости, чтобы спеть с тобой песню. Приезжай к нам на ферму. Микки. Привет, Микки. Привет, Микки. Привет, все. Ферма Микки. Сегодня на ферме снова прекрасный день. А вот и Микки, наш новый пес. Смотри, как он мчится. Привет! Добро пожаловать на ферму! Знаешь, что у меня есть? Новая игрушка, и она классная. Она зеленая, по форме, как кость. Это мне Меган купила. Она мой лучший друг. Хочешь увидеть мою новую игрушку? Правда? Здорово! Тогда бежим. Вот она! Классная, да? Игрушки в форме костей – мои любимые. Особенно те, что со звуком. Ой, что это? Это где-то там. Интересно, что это за животное? А ты знаешь? Небольшого роста, хвост крючком, нос пятачком. Я знаю, это поросенок. Они говорят хрю-хрю. Думаю, он хочет поиграть. Да! Привет, поросенок! Хочешь поиграть моей новой игрушкой? Давай! Попробуй нажать. Ха-ха, молодец. Ой, куда это он идет? У него по-прежнему моя игрушка. Свинка, вернись, пожалуйста. О, нет, поросенок убежал с моей игрушкой. Как же мне ее вернуть? Микки! Это Меган. Может, она сможет помочь вернуть игрушку. Ой-ой-ой. Микки опять совсем запутался. А ты знаешь, почему поросенок убежал с его игрушкой? Как ты думаешь, он вернет ее, Микки? К счастью для Микки, Меган, его лучший друг, неподалеку. И если кто и сумеет помочь Микки, то это она. Микки! Привет, Микки! Привет, Микки! Привет, Гай, Фиона! Привет, Меган! Тебе нравится новая игрушка? Та, которая пищит? Да! Спасибо, Меган! Она классная! Но теперь она у поросенка! У поросенка?
Я хотел дать ему поиграть ненадолго, но поросенок не отдал ее. Ты молодец, Микки, что поделился своей вещью. Я тоже так думал, но он не стал ее возвращать. Хочешь, я поделюсь? А вот мой шарик. Спасибо. Его жевать можно? Он пищит? Не думаю, но кажется, у меня где-то такая игрушка есть. Могу поделиться с тобой вкусным сеном, Микки. Я не голоден, Гай, но все равно спасибо. А, ну ладно, видимо, придется съесть самому. Микки, давай я тебя обниму. Спасибо, Мэган. Так лучше. Но я все равно хотел бы вернуть игрушку. Микки, а ты попросил вежливо вернуть игрушку? Я... Нет, видимо, не попросил. Думаешь, игрушка еще у поросенка? Надеюсь, он ее не съел. О, нет! Так что, я не получу ее обратно? Она мне так нравится! Посмотрим, Микки. Думаю, моя книга сможет помочь. Это поросенок! У него все еще моя игрушка! Привет, Микки! Привет, я Пит. Привет, Пит. Привет, Пит. Я хотела знать, если ты наигрался с моей игрушкой, можешь мне ее вернуть? Пожалуйста. Конечно, Микки. Извини, что я убежал с ней. Я думал, мы играем. Все нормально, Пит. Надо было попросить тебя. Я забыла манеры. Ладно, Меган, умеешь ловить? Тогда держи. Where is he going? Куда он идет? Готовься, Меган, сейчас. There you go, молодец, Меган. Большое спасибо, Пит. И тебе спасибо, Микки, что дал поиграть своей игрушкой. Поиграем еще как-нибудь. Здорово! Я дам тебе что-нибудь из своих игрушек. Пока, Микки! Спасибо, Пит! Пока! Пока, Пит! Пит – порядочный поросенок. Да! Он умеет делиться и быть вежливым. Он будет нам хорошим другом. Что это? Можно мне поиграть твоей игрушкой? Конечно, Гай! Я нашла жевательную игрушку и могу ей поделиться, Микки. Здорово! Теперь у нас две. Меган, Фиона, Гай и я очень рады, что ты сегодня был с нами. Спасибо! Соберемся вместе и споем песенку. Песенку для нашей свинки. Не стесняйся и не бойся. Все споют сегодня вместе. Соберемся вместе и споем песенку. Песенку для нашей свинки. Тебе не надо быть свиньей, чтобы спеть такую песню. Теперь ты знаешь, как это. Теперь споем это иначе. Возьмем ноту повыше. Соберемся вместе и споем песенку. Песенку для нашей свинки. Не стесняйся и не бойся, все споют сегодня вместе. Соберемся вместе и споем песенку. Песенку для нашей свинки. Тебе не надо быть свиньей, чтобы спеть такую песню. Спасибо, что был сегодня с нами. Мне понравилось играть с новой игрушкой. И у меня новый друг, Пит.
Надеюсь, вскоре ты снова придешь к нам. До встречи! It is another beautiful day on the farm. And here comes Mickey, our new farm dog. Look at him run. Hi, everybody. Welcome to the farm. Phew, it sure is hot out today. Back in the city, Megan used to swim in a pool on hot days so she could stay cool. Megan's my best friend in the whole world. Do you know where else is a good place to stay cool? The pond! Some of my duck friends are playing there right now. Do you want to come play with us? Great! Let's go! Sure does look like a good place to cool off. Come on, let's go. Whoa, wait a minute. I'm not a duck, and I don't know how to swim. I might sink in the water. Oh no, how am I going to get to my friends? They're swimming away. What am I going to do now? I really want to go play with my friends in the water. Mickey. That's Megan. She'll know what to do. And maybe Guy and Fiona will be able to help too. Oh dear, Mickey has gotten himself in another tangle. Do you know how to swim? Do you think Mickey can learn? Luckily for Mickey, Megan, his best friend in the whole world, is just across the farm. And if anyone can help him sort things out, she can. Mickey! Hello, Mickey. Hi, Mickey. Hi, Guy. Hi, Fiona. Hi, Megan. I have a problem. What's wrong, buddy? I wanted to play with some ducks in the pond, but I can't get to them because I'm afraid of the water. Oh, Mickey, I've got the answer for you. We must build a boat. Then you can go wherever you want to go in the water. Great idea, Guy. Yeah. Cool. How do we build a boat, Guy? Well, you see, I've got no idea how to build a boat. Thanks anyway, Guy. Mickey, couldn't you just jump to where you want to go? I don't think I can jump that far, Fiona. Not even if you ate a whole lot of carrots to make you very strong. Not even if I ate a lot of carrots to make me very strong. Oh my, it must be very far. Did you try to swim there? I don't know how to swim. I'm a dog, not a duck. Swimming is fun. You can swim, Fiona? Sure. There are lots of animals that can swim, Mickey. Let's check the book. It's the pond! Wow, what was that? Go underwater! Underwater? I think she wants us to turn the page. Hi,
Felicia the fish. Hi, Felicia. You sure can get around fast in the water. Sure. That's what fish do. We swim all day long. Cool. I don't know how to swim. It's easy. You just swish your tail. And flap your fins. And off you go. But Felicia, I don't have a tail like you. Or fins. Oh. You should talk to my friend Doug then. Here he comes right now. Let's go up and see him. Hello. Hi, Doug. You're a really good swimmer. And you don't even have fins. Yeah, I use my legs to swim. I'm a dog too. I have lots of legs. Wow, I didn't even know dogs could be such good swimmers, Doug. Sure, Mickey. It just takes some practice. I'd be happy to show you how to swim. Sure. Great. Come visit us at the pond anytime. Yeah, anytime. Thanks, guys. We definitely will. Yeah. See you soon. Bye. Bye. Woohoo! I'm going to learn how to swim. Look, I can swim. Oh, I in my water dish. You're a very good swimmer, Fiona. Let's go to the pond, everybody. Hi, let's go. Woohoo! Megan, Guy, Fiona, and I are very happy you could join us today. Thanks. What do we do when we want to stay cool? Why don't we go swimming? That would be fantastic. It's a wonderful way to spend a hot sunny day. It would be so fun. Why don't we go swimming in the sun? All right. Learning about swimming today, and now I'll get to play with my friends in the pond. I hope you can come and visit us again. Хочешь прийти поиграть? Сегодня отличный день. Микки ждет. Здесь столько интересного для тебя. И меня. И не забывай, что у песика Микки есть новое место для игр. Песик Микки каждый день находит новых друзей. Песик Микки ждет тебя в гости, чтобы спеть с тобой песню. Приезжай к нам на ферму. Микки. Привет, Микки! Привет, Микки! Привет, все! Ферма Микки.
Сегодня на ферме снова прекрасный день. А вот и Микки, наш новый пес. Смотри, как он мчится. Привет! Добро пожаловать на ферму! Ты готов повеселиться сегодня? Я пытаюсь найти Меган. Она мой лучший друг. Не знаешь, где она? Что это было? А, знаю, что это. На ферме появился молодой жеребец. Наверное, Меган с ним играет. Теперь она проводит с ним много времени. Интересно, какой он? Может, пойти посмотреть? Да, ты прав. Бежим! Смотри, вот он! Ух ты! Он еще ребенок! А уже выше меня ростом! Может, он хочет поиграть? Привет! Я Микки! Я пес! Приятно познакомиться! Ух, я устал. Уверен, им с Меган очень весело вместе. Он такой большой и красивый. И... ух ты! Смотри, какая попона! Я бы себе такую тоже хотел. Интересно, а для меня такая есть? Ну-ка посмотрим. Эта красная попона мне слишком велика. Какой классный звук издают лошади. Интересно, а я так смогу? Нет, и ржать как конь я не могу. Неудивительно, что Меган играет с ним так много. Из этого коня выйдет отличный друг. Может, даже лучше, чем пес. Микки! Интересно, чего хочет Меган? Пойдем, узнаем. Ой-ой-ой, Микки опять совсем запутался. Микки расстроен, ведь он не так велик и быстро не умеет ржать. К счастью для Микки, Меган, его лучший друг, неподалеку. Если кто и сумеет помочь Микки, то это она. Микки! Привет, Микки! Привет, Микки! Привет, Гай, Фиона, Меган. Что случилось, дружок? Нет, ничего. Микки, мы видим, что ты от чего-то грустишь. Я думал, может, было бы лучше, если бы я умел издавать другой звук. Мои бубенцы издают замечательный звук. Микки, ты прекрасно умеешь лаять. Может, что-то более серьезное и внушительное. Например, автобус? Гудок автобуса издает такой звук. Нет, я говорю про живой звук. Как у хорька? Хорьки говорят так, Микки. Хороший звук, Фиона. Но я думал о чем-то более лошадином. Лошади любят морковку. Они издают отличные звуки.
Лай — это прекрасный звук, Микки. Зачем тебе какой-то другой? Ну, я видел твоего жеребца у амбара. Он ржет. У него красивая красная попона. И я знаю, что он твой новый друг. Микки, ты хочешь сказать, что завидуешь жеребцу? Ну, он выглядит классно. И он такой большой. А у жеребца есть мягкая шерсть и виляющий хвост? Нет, у него короткая шерсть, не такая, как моя. И хвост у него другой. Может, конь не умеет делать то, что умеешь ты? Да, например? Думаю, книга сможет нам помочь. Привет, меня зовут Харри. Привет, Харри. Я Микки. Привет, Микки. Я тебя видел раньше. Приятно познакомиться. Спасибо, Харри. Мне тоже приятно. Ты так хорошо лаешь, Микки. Это такой классный звук. Классный звук? У меня? Да, Микки. Я его часто слышу. Вот такой? Да, это он. И у тебя классный звук. Можешь его издать? Конечно. Мне твой звук тоже нравится. Мы делаем разные звуки, но они классные. И у тебя другая шерсть, но мне нравится. И ваши хвосты, они у обоих особенные. Да, Микки. Хочешь как-нибудь поиграть со мной? О, да. Здорово. Увидимся, Микки. Пока, Харри. Фиона, у тебя тоже классный звук. У вас они тоже есть, но обычно мы слышим совсем другое. Меган, Фиона, Гай, я очень рада, что ты сегодня был с нами. Спасибо. Мистер Конь поблизости ходит. Я слышу его особенный звук. Он говорит... Именно так. Как-то так. И мне очень нравится этот звук. Все лошади говорят на своем языке. Они говорят... И мне очень нравится этот звук. Еще разок. И мне очень нравится этот звук. И мне очень нравится этот звук. И мне очень нравится этот звук. Спасибо, что заглянул к нам на ферму. Я рад, что мы встретили Харри. Он умеет много классных вещей. Но и мы тоже. Все умеют делать что-то особенное. Надеюсь, вскоре ты снова придешь к нам. До встречи! Хочешь прийти поиграть? Сегодня отличный день. Микки ждет. Здесь столько интересного для тебя и меня. И не забывай, что у песика Микки есть новое место для игр. Песик Микки каждый день находит новых друзей. Песик Микки ждет тебя в гости, чтобы спеть с тобой песню. Приезжай к нам на ферму. Микки. Привет, Микки. Привет, Микки. Привет, все. Ферма Микки.
Сегодня на ферме снова прекрасный день. А вот и Микки, наш новый пес. Смотри, как он мчится. Привет! Добро пожаловать на ферму! Знаешь, что вчера было? Меган пошла гулять под дождем без куртки. Она промокла и заболела. Бедная Меган, она мой лучший друг. Но сегодня ей гораздо лучше. О нет, идет туча. Надо найти Меган и убедиться, что она не забыла куртку. Не хочу, чтобы она опять простудилась. Ну же, бежим! Ух ты! Посмотри на эти цветы! Какие красивые! Но я не вижу Меган. Интересно, где она? Ой-ой, опять надвигается туча. К счастью, у меня много шерсти, так что я останусь сухим. Но как же цветы? У них нет шерсти. Да и куртки, как у Меган, у них нет. О нет, цветы могут заболеть. Что же делать? Как сохранить их сухими? Знаю, буду слизывать капли. Ух, у меня язык устал. Знаю, надо взять зонтик. О нет, цветов слишком много, а зонтик маленький. Что же теперь делать? Микки! Это Меган. Может, она знает, как сохранить цветы сухими. Гай и Фиона тоже смогут помочь. Ой-ой-ой, Микки опять совсем запутался. А ты думаешь, цветы заболеют? Как думаешь, им надо остаться сухими? К счастью для Микки, Меган, его лучший друг, неподалеку. Если кто и сумеет помочь Микки, то это она. Привет, Микки! Привет, Микки! Привет, Гай! Привет, Микки! Привет, Фиона! Привет, Меган! Ты весь промок! О, да! Простите! Дождик, дождик, уходи! Через месяц заходи! Мне нравится дождь, из-за него бывают лужи! Ребята, у нас проблема! Цветы остались под дождем! Они могут заболеть, как ты, Меган! Надо что-то делать! Они всегда под дождем! Но у цветов нет шерсти! Верно! Она есть только у животных! Нет меха! Им, наверное, холодно! У них нет и курток, в отличие от Меган! Что же нам делать? Занесем их в дом. Люди часто прячутся там от дождя. Отличная идея! Постой! Не думаю, что мы сможем усадить их на диван. Да, ты прав, Микки. У меня идея! Гай может над ними встать. Иногда он так спасает меня от дождика. Я на многое способен.
Но цветов слишком много. Что делать? Мне кажется, цветам нравится дождь. Нравится дождь? Но они же не могут бегать и прыгать под дождем. Зачем он им? Думаю, моя книга сможет помочь. Смотрите, цветок! Привет, Микки! Я Фред. Осторожно, Фред! Идет дождь! Ты промокнешь! Я люблю дождь! С его помощью я пью! Смотри! Он пьет воду корнями! Классно! И так освежает. О, значит, цветы любят дождь. Им нравится его пить. Верно, Микки. Благодаря воде мои листья зеленые и здоровые. А еще я от него расту. Спасибо. Нет проблем, Меган. И, кстати, поговори с моим другом Кеном. Он дождь любит еще больше. Конечно. Пока. Увидимся. Привет, Микки. Я Кен, облако. Ты такой пушистый. Верно, но лучше всего мне удается делать дождь, чтобы цветы пили. А еще я знаю, что ты делаешь, Лужи. Спасибо за отличную работу, Кен. Нет проблем. Удачи, Микки. И тебе, Кен. Пока. Пока. Хотел бы я, чтобы пошел дождь. Я могу делать дождь. Смотри. Как Меган это сделает? Да, Меган не облако. Она это сделала. Дождь. Она взяла шланг. Кто хочет поиграть со мной? Я. Меган, Фиона, Гай, я очень рада, что ты сегодня был с нами. Спасибо. Если есть солнце, земля, семена, чтоб вырос цветок, надо лишь одно. Дождь, 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 чудесный дождь, чудесный дождь, чудесный дождь. Дождь, 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 чудесный дождь, чудесный дождь, чудесный дождь. Когда идет дождь, вот что можно сделать. Надеть плащи и куртки и прыгать по лужам. Дождь, 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 чудесный дождь, чудесный дождь, чудесный дождь. Дождь, 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 чудесный дождь, чудесный дождь, чудесный дождь. Было здорово узнать о дожде вместе с тобой. И я рад, что цветы не заболеют. Надеюсь, вскоре ты снова придешь к нам. До встречи! Хочешь прийти поиграть? Сегодня отличный день! Новых друзей. Песик Микки ждет тебя в гости, чтобы спеть с тобой песню. Приезжай к нам на ферму. Привет, Микки.
Привет, Микки! Привет, все! Ферма Микки. Сегодня на ферме снова прекрасный день. А вот и Микки, наш новый пес. Смотри, как он мчится. Привет! Добро пожаловать на ферму! Ты когда-нибудь сажал семена? Это то, что сейчас делает Меган. Она сажает семена. Меган мой самый лучший друг. Надо немного воды и много солнца. И тогда с семена Меган взойдет и вырастут разные овощи. Морковка, лук, кукуруза и свекла. Самые разные вкусные овощи. Хочешь пойти со мной на огород и посмотреть, что она сажает? Тогда чего мы ждем? Бежим! Я был уверен, что огород где-то здесь. Турнепс, листья латука, где вы? Похоже на семена. Возможно, их оставила здесь Меган. А что это? Никогда не видел такой смешной штуки. Кажется, у нее внутри семена. Может, Меган хранит в ней семена? Смотри-ка, птица! Доброе утро, птичка! Как дела? Я искал огород и... Эй! Что это она делает? Она клюет семена! О, нет! Если птица съест все, тогда Меган будет нечего сажать! Еще птица! Эй, птица-кыш! Летите прочь! Эти семена нам нужны! Кыш-кыш-кыш-кыш! Кыш! Кыш-кыш-кыш! Мамочки! Нет! Я сделала только хуже. Посмотрите на эти семена. Микки, это Меган. Уверена, она поможет спасти семена. Может, Фиона и Гай тоже смогут помочь. Ой-ой-ой, Микки опять совсем запутался. А ты знаешь, для чего там семена? Как думаешь, надо ли Микки спасать их от птиц? К счастью для Микки, Меган, его лучший друг, неподалеку. Если кто и сумеет помочь Микки, то это она. Микки! Привет, Микки! Привет, Микки! Привет, Гай, Фиона! Привет, Меган! Знаете что? Птицы таскают наши семена! Надо что-то делать! О, нет! А куда они их уносят, Микки? Не знаю, но их так совсем не останется! Микки, это семена, что я сажала утром? Те семена, что видел я, были на дереве, их больше нет! Заканчивается латук? О, боже! Надо запастись! Можно есть морковь? Ты же любишь ее, Гай? Но я люблю и латук. Да и для морковки нужны семена. Что ж делать? Запасов еды достаточно, Гай. Я все равно сделаю запас. Микки, а в чем были семена? В коробочке, и в ней, похоже, были дырки.
Может, это кормушка для птиц? Кормушка? Какая кормушка? Сейчас. Я думаю, моя книга сможет нам помочь. Hi, Mickey. Привет, Микки. Я Беатрис. Hello, Beatrice. Привет, Беатрис. Hi, Beatrice. Привет, Беатрис. А куда ты складываешь семена? Я отправляю их в живот. Они такие вкусные. Ты их ешь? Но они нужны нам для посадок. Конечно, Микки. Но птицы едят семена. Те, что в кормушке, предназначены для птиц. О! Так вот она для чего. Верно, Микки. Птицы любят есть семена из кормушки. Я думаю, кормушка должна быть на дереве. Тебе помочь поставить ее, Беатрис? Все в порядке, Микки, я справлюсь. Давай, Беатрис. Мне кажется, она для нее тяжелая. Я знаю, что делать. Беатрис, съешь еще немного семян, и кормушка станет легче. Повезло птичке. Молодец, Беатрис! Микки, не беспокойся о семенах на земле. Я их съем. Спасибо, Беатрис. Пока. Bye, Beatrice. Пока, Беатрис. Спасибо, что починила кормушку. Интересно, а для Гая где-нибудь есть кормушка? Да, интересно. Кормушка для Гая. Может, Меган знает? Меган, ты не в курсе? Не знаю, бывают ли кормушки для Гая, а эти овощи тебе подойдут? О, да, еще как. Меган, Фиона, Гай и я очень рады, что ты сегодня был с нами. Спасибо! Я птичка, я летаю в небесах. Ты увидишь меня под облаками. Я очень люблю поесть. И мне надо питаться, чтобы летать. Составишь мне компанию? Тогда встречаемся у кормушки. Сюда слетаются птицы на обед. Семена – такая вкуснотища. Здешний выбор блюд прекрасен. Это классное место для встреч. Составишь мне компанию? Тогда встречаемся у кормушки. Спасибо, что заглянул к нам на ферму. Я рад, что кормушка снова на месте. А с семенам Меган для посадки в безопасности. Надеюсь, вскоре ты снова придешь к нам. До встречи! Сегодня на ферме снова прекрасный день. А вот и Микки, наш новый пес. Смотри, как он мчится. Look at him run. Привет! Добро пожаловать на ферму! Ты любишь музыку? Я тоже! И Меган любит! Она хорошо играет на пианино! Ты помнишь Меган? Меган мой самый лучший друг! Иногда, когда она играет, я люблю ей подпевать! Хочешь послушать? Что это? Похоже на музыку. Интересно, откуда она? Хочешь пойти и узнать? Здорово!
Бежим! Какие милые звуки! Кажется, они доносятся из домика. Давай посмотрим. Смотри! Мальчик играет на пианино почти как Меган. Он хорошо играет. Кажется, пришло время спеть. Что случилось с музыкой? Я же только начал. Hey, what happened to the music? I was just getting warmed up. Ах, вот она. Сейчас будет еще песенка. There it is. I feel another song coming on. Ну вот опять. Что происходит? Not again. What's going on in there? Начинаем снова. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Again. A one, a two. A one, two, three, four. Мальчик закрыл окно. Hey, как же я теперь буду петь под пианино? Микки! Это Меган! Возможно, она тоже захочет спеть. И Гай с Фионой смогут присоединиться. Ой-ой-ой! Микки опять совсем запутался. А ты знаешь, почему мальчик прекратил играть на пианино? Как думаешь, он хотел слушать песню Микки? К счастью для Микки, Меган, его лучший друг, неподалеку. Если кто и сумеет помочь Микки, то это она. Микки! Привет, Микки! Привет, Микки! Привет, Гай, Фиона! Hello, привет, Меган! Кто-нибудь хочет спеть со мной? Я хочу! Я тоже! Да, Микки! Пойдем же в дом, и я сыграю на пианино! Ничего не выйдет! Сейчас там играет на пианино мальчик, и он закрыл окно, когда я попытался спеть. Как грубо! Ну, кто же откажется вместе петь? Это неправильно! Может быть, мальчик голодный? Давайте принесем ему еды. Вряд ли он голоден. Утром он съел 3 блинчика. 3 блинчиков хватило бы даже Гаю. Хотя, может быть, и нет. Но он прекратил играть, как только я запел. Ты спросил мальчика, хочет ли он, чтобы ты пел с ним? Кажется, пришло время спеть. Нет, я забыл спросить мальчика, хочет ли он этого. Микки, может, этот мальчик не хотел, чтобы ты пел с ним? Но почему? Я всегда подпеваю Меган, когда она играет. Может, он упражнялся? Упражнялся? Как мы тренируемся подавать лапу? Да, мы с тобой тренируемся подавать лапу, пока не станем делать это лучше. Но мы не подаем лапу, когда играем на пианино, верно? Упражняться можно в любых занятиях, Микки. Даже в жевании. Гай, в жевании тебе нет равных. Это все потому, что я упражняюсь каждый день.
Микки, если мальчик упражнялся, то он, возможно, не хотел, чтобы ты пел с ним. О, нет, я, наверное, помешал ему упражняться. Что же теперь делать? Может, моя книга сможет нам помочь? Это пианино. Привет, Микки, я Пенелопа. Пенелопа. Привет, Пенелопа. Как твои дела? Все хорошо, но я устала. Я упражняюсь весь день. Я слышал, как ты играла. Я хотел подпевать, но мальчик закрыл окно. Так это был ты, Микки. Мне понравилось твое пение, но мы разучивали новую песню, поэтому были не готовы, что кто-то будет с нами петь. Прости, Пенелопа. В следующий раз я сначала спрошу у вас разрешение перед тем, как начну петь. Хорошо, Микки. Вы выучили новую песню? Да, Микки. Когда-нибудь мы пригласим тебя спеть с нами. Было бы здорово, Пенелопа. Увидимся позже на занятии. Да, Меган, до скорого. Пока. Думаю, нам нужно создать собственную группу. О, да. Я буду играть на салате. Я буду лаять. А я сыграю на... На этих шариках. Сейчас будет песенка. И я ее знаю. Все готовы? Я готов. Да. Начинаем. I am ready. Yeah. Here we go. Я сыграю вам концерт. Я очень рад. Я люблю музицировать. Я могу выучить новую песню. А вы можете спеть вместе со мной, если придете. Приходите на концерт. Каждый день я учу новые мелодии. И играю все лучше с каждым днем. Послушай, как я играю. Этим ты сделаешь мне приятно. Приходи на мой концерт. Приходи на мой концерт. Приходи на мой концерт. Приходи! Спасибо, что заглянул к нам. Я рад, что мы можем петь вместе с тобой. Здорово, что Пенелопа выучила новую песню. Надеюсь, вскоре ты снова придешь к нам. До встречи!